мы открываем наш модный показ продюсерского центра Liberty World. Как все, наверное, слышали, этот год является годом детей. На нашем показе и ведущие... Дети! И солисты... Дети! И модели... Тоже дети! Поддержим же их аплодисментами! Модели нашего центра представят вам коллекции неповторимого дизайнера Сабины Вольской, магазина одежды «Параллели», а также костанайской фабрики «Большевичка» под брендом B117. Нас пришли поддержать и преподаватели по вокалу Татьяна Тихомирова и Елена Коршу. Творческий коллектив 63 недавно презентовал клип на авторскую композицию «Театральная». Кстати, несколько ребят из Liberty World также приняли участие в качестве актеров. А сейчас мы услышим исполнение этой композиции. Встречаем Татьяну и Елену! Рады здесь видеть всех родителей, с детьми которых мы работали на протяжении полугода. Сегодня мы с ребятами представим на ваш суд композицию, но это будет позже чуть-чуть. А сейчас вы увидите клип, который мы снимали на протяжении достаточно длительного времени. Очень большую роль там сыграли ребята из студии. Огромное спасибо Игорю, который здесь присутствовал, за его необыкновенные театральные способности. Думаю, что у него есть большое будущее в этом плане. Нам было очень приятно и очень легко работать. Локациями у нас послужили наш подземный переход в городе Кустанай, мастерская скульптурная Егора Кислицына и... Где у нас еще были локации, Лена? В переходе. Ну, в переходе, да. Да, и в театре, да, и театр нам любезно предоставил наш русский драматический зал свой. Ну и сейчас вы увидите непосредственно клип. Песня театральная. Время сжимается маленьким нежным клубочком, катится на пол, ложится у зрительских ног. Можно неслышно распутать пушистый клубок. Из восклицательных знаков и сдержанных точек заговорит перед пьесой бессмертный Шекспир. Каждый отмеренный миг мне действительно дорог. Я покупаю билет в удивительный мир. Это театр, где зрители тоже актеры. Работа. Спасибо, Георгий и Валентина. Спасибо всем, кто принимал участие. И сегодня в качестве музыкального подарка от нашего коллектива хотелось бы исполнить песню, которую я посвятила своей дочке. Вот. Я думаю, что всем мамочкам будет понятно, о чем сейчас я буду петь. Мало места в холоде.
Спасибо, спасибо, друзья. Чуть позже мы еще с вашими детьми выступим. Мода – совокупность привычек, ценностей и вкусов. Это временное преобладание какого-либо стиля или его части в разных сферах жизни и культуры. Мода – это вкус общества, который быстротечно меняется. Наверное, очень сложно оставаться на пике актуальных трендов и в то же время не терять своего индивидуального стиля в одежде. А ты знаешь, Саша, ведь сегодня в нашем зале Сабина Вольская! Она воплощение таланта и стиля, и скажу по секрету, ею восхищаются все ребята нашей школы фотомоделей. Она немного загадочна, но всегда креативна. Образы Сабины Вольской никогда не бывают скучными. В ее коллекциях всегда присутствуют самые актуальные тенденции и веяния современной моды. Дизайнер не боится использовать яркие и самые модные цвета в своих коллекциях, чем радует моделей и гостей любого модного показа. В чем вы убедитесь совсем скоро? А мы встречаем коллекцию Сабины Вольской и, конечно, наших юных моделей. Коллекция, которая подарит вам красоту и вдохновение, воодушевит вас на покорение модных вершин. Thank you.
tu lío, ¿qué mismo que fue? Красоты и, конечно же, невероятного чувства стиля. Пусть у ваших детей будет это чувство стиля на всю жизнь. И они передадут это, конечно, и своим отзывам. Предлагаю вам спеть со мной вместе песню, которую вы знаете наверняка, а дети уже, наверное, и подзабыли. «Ветер перемен». Дальние страны, дальние страны.
наверное, сегодня на свете ничего более интригующего, чем мода. Современные модельеры при моделировании новых коллекций одежды используют разнообразные стили. На самом деле одеться модно не так-то и сложно, как может показаться на первый взгляд. Главный принцип – это гармония, и ее нужно соблюдать. Встречаем весеннюю коллекцию магазина одежды «Параллели». Love is pain. Why do I feel so?
Сейчас с речью выступит начальник коммерческого отдела производственного кооператива «Большевичка» Друскельтинова Жамиля Сейдгалиевна. Добрый день, родители, уважаемые гости данного мероприятия. Хотелось бы представиться. Я представитель коммерческого отдела нашей Кустанайской фабрики «Большевичка». И в этом году мы хотели представить такую уникальную коллекцию в стиле casual street light, в котором будут такие параметры, как, конечно же, family look. Это комфортная одежда для всей семьи. Это всесезонье. Удобный размерный ряд, как для деток от 2 лет до 12 и взрослая линейка. Также стиль oversize, что сейчас очень модно. Посмотрите на нашу коллекцию, надеемся, вам всем это очень понравится. Thank you.
Конечно, нашим родителям, которые переживали и поддерживали нас. А сейчас дипломы для выпускников и сертификаты об участии в модном показе школы вручат руководители Георгий и Валентина. Уважаемые родители, мы это сделали благодаря вам, нашему с вами совместному труду и все, что с этим связано. От себя лично хочу сказать вам огромнейшее спасибо за то, что вы нас терпите. Мы пытаемся коллаборироваться вместе с вами и создавать ваших замечательных детей. Благодаря вам и нам. То есть наш совместный труд и наш совместный с вами результат, да? Мы, кто давно, кто недавно, мы все, ну, условно, много друг друга времени знаем по отношению с возрастом наших детей, да? Так что от себя лично, наверное, пожелаю вам благополучия, удачи, процветания. Вкладывайте мысли, эмоции, жизнь своих детей. Финансы – это постольку-поскольку, но наше вот совместное с вами, с Валентиной, действие – это все-таки настроено, не будут они моделями, я всегда им говорю, не будут они актерами, не будут они, ну не знаю, космонавтами. Главное, чтобы людьми хорошими оставались, да? То есть это наша принципиальная вот с вами, я надеюсь, задача, и мы максимально выкладываемся. Я всегда на каждых показах пытаюсь это говорить, что да, бывает и инь, и янь, да? То есть без иня не будет яня. Так что вот это, наверное, самое замечательное, что мы с вами делаем. Ваши дети такие талантливые, классные вообще. Мы на каждом уроке кайфуем, можно сказать. Есть дипломы, у нас есть выпускники. Об окончании. Вот. Остальные мы раздадим сертификаты. Об участии.